Каким образом мы делали мой мультиплатиновый альбом. Я храню надежду, что будет все как прежде. Знай, я тебя никогда из души своей не сотру. Ну что? Ты готов? Я всегда готов. Так, готов? Да. А я нет. Сейчас у меня тут очень важный вопрос. Ждите мой альбом. Stack for realness. Да это битмейкер не строит. Давай, бестселлер, выключай. Порядок. Наконец-то мы почти практически закончили работу над альбомом. Этот альбом будет полностью лирическим, с очень красивыми песнями, с красивейшими аранжировками. Всеми аранжировками занимался талантливейший музыкант, которого зовут Бестселлер. И сейчас я проведу вас в комнату, где именно сейчас Ромчик доделает акустическую версию трека «Кай Герда». Пойдем. Сейчас мы к нему пойдем, глянем. Ага. Вот, собственно, Бестселлер. Здравствуйте. Ну, включи, что там получается. Хотя бы кусочек включи, чтобы как бы был бонус для людей, которые... В общем, это история харьковского рэпа, и скоро альбом... Как, Рома, альбом называется? «Львиное сердце». «Львиное сердце» скоро во всех магазинах, ищите. Мы старались для вас над музыкой, как я уже сказал, работал Бестселлер. Ну и я немножко приложил все-таки свою руку к этому. В общем, «Львиное сердце». Еп.